Те, кто поселился в Крыму с 20 февраля 2014 года, должны уехать после освобождения полуострова. Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Он сказал, что те, кто после оккупации покупал недвижимость и занимался строительством в Крыму, совершил преступление. Кроме этого, он заявил, что необходимо разработать законодательство, в котором будет прописана ответственность за сотрудничество с оккупантами во время аннексии Крыма России. Чи несеться людина, чи маю нести карну відповідальність або вчителі, або лікарі? Я думаю, що от організатори в цих сферах, організатори, тобто директори, головврачі, вони мають просто отримати якісь застереження на певний термін. 5 років, 3 роки, не більше.